Что для вас значит счастье? Ну и ну, и как быть счастливым? И счастливы ли вы? Руслан, вот я лично счастлив. И не задаю себе вопрос, в чем смысл жизни. Это первый критерий, счастлив ли человек. Что для вас значит счастье? Это второй, вот второй такой же вопрос отравленный. Вот если начинаешь себя задавать, что значит счастье? Значит, что-то не так вообще у вас. Если человек счастлив, он это чувствует. Но это все равно, что задавать вопрос, что такое ветер, или что такое там... Я не знаю, что еще. Понимаете, есть эмоции, есть разум в человеке. Эмоции непостижимы с помощью разума. А вы пытаетесь вот постичь, так сказать, уловить сеть Вселенную, дать определение счастья с точки зрения логики. Это бессмысленное занятие. То есть эмоции, там, счастье – это не часть логики, так сказать, и не часть разума. Это нечто совершенно особое. Внутренний мир, вот, он непостижим с помощью логики. Так что вот вы сами отвечайте на вопрос, счастливы вы или нет. А что это такое, это нельзя разложить на какие-то составные части.